Всем привет, ребята! Меня зовут Даша, и вы находитесь на моем канале Даша Дрим. И я Мармеладка. Всем привет! Но перед началом этого видео не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. И если вы это сделали, мы вас с Мармеладкой поздравляем! Вы стали нашим Дримсиком! Ну а Дримсиками мы называем наших подписчиков. Также, пожалуйста, нажмите на это видео лайк и... оставьте свой приятный комментарий, а еще, пожалуйста, загляните в описание, так как там у меня есть ник моего второго канала и ник моего инстаграма. Ну и давайте начинать. Сегодня мы будем распаковывать бумажные сюрпризы, и это будет Кавай первая серия. Их у нас тут 3 штучки. Мы посмотрели, что вам очень нравится видео, которое называется «Распаковываем бумажные сюрпризы, начни свое утро с...». Да, и мы решили продолжить эту традицию, распаковывать одинаковые сюрпризы в одном видео. Ну и давайте уже начинать. Давайте возьмем один пакетик. Сейчас просвечиваю я. Так, отличненько. И давайте уже раскрывать. Мне не терпится посмотреть, что там. Да, ребята, и еще, пожалуйста, напишите в комментариях, какие сюрпризы вам нравятся больше. Кавай или же начни свое утро с... или вообще какие-то другие. И тут у нас вот такая вот кавайная конфеточка. Посмотрите, какая она классная. Мила! Очень супер! И, ребят, извиняемся за посторонние звуки. Давайте второй пакетик. И еще извиняемся за очень короткое видео. Так, отлично. Открываем. И смотрим, что у нас тут. И тут у нас пицца, посмотрите, ребят. Ну, блин, она такая классная. Посмотрите, какая пицца. Такая вот пицца. Тут, видимо, огурчики, колбаска, сыр. Красивая пицца. И давайте откроем третий пакетик. Последний пакетик на это видео. И что тут будет? Давайте барабанный дробь. И тут у нас кнопочка Ютуба, ребята, посмотрите, это ж так няшно. Да, сдавай у нас в каждом видео, она будет стоять. Ребята, я постараюсь. Ну, а на этом было все. Если вам понравились эти сюрпризы, то не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал. И до встречи в новом видео. Всем пока! Муа!